на даному етапі производимо заміну остановочного комплексу по вулиці Метрополітеновська. Пройшов уже на даному етапі демонтаж старого остановочного комплексу. Йде зборка нового і монтаж. Следующий этап продолжаем по этой же улице в другом направлении с другой стороны проезжей части и далее вглубь микрорайона, так сказать, Верхняя Кортница по очередности. Это уже 12-я. Осталось 4 штуки. Пока на тот объем, который нам был поставлен, задачу выполняем. На сборку, покраску уходит одна рабочая смена порядка 11-12 часов и порядка 8-10 часов на монтаж одного комплекса. Два дня.